Турнир сильнейших женщин. В Чебоксарах определили имена победителей Кубка России по вольной борьбе на призы главы Чувашии. В финальной части 8 поединков. Наш телеканал вел прямую трансляцию соревнований. Лучшие моменты в сюжете Дмитрия Ковалева. Чувашская вольница Надежда Федорова, конечно же, рассчитывала завоевать золото на домашнем ковре. В ее копилке немало наград. Уже в 17 лет она вошла в состав сборной страны. Но сломить напор американки Виктории Энтони нашей землячке не удалось. Финальный поединок завершился на 3-й минуте со счетом 10-0. Второе место в весовой категории до 48 килограммов занимает Надежда Федорова, Россия, Чувашская Республика. В этом году в финал открытого кубка пробилось немало иностранных спортсменок. Сразу 3 золотые медали завоевали монголки. Фавориткой турнира многие называли и американку Аделайн Грейн. На прошедшем столице республики Кубке мира по вольной борьбе она не проиграла ни одного поединка. Но одержать победу в финале титулованной файтерше не удалось. Эстонка Эп Майе уложила американку на лопатки. Очень на прямых ногах она пошла в атаку и недооценила, видать, соперницу. На открытом кубке разыграли 8 комплектов наград. За чувашскими вольницами одно серебро и бронза. Первое место в общекомандном зачете удалось завоевать спортсменкам из Бурятии. Бурятия! Глава республики отметил, что турнир по вольной борьбе подтвердил свой высокий статус. География участников открытого кубка растет. В этом году сразиться за медали приехали команды более чем из 20 регионов и 6 стран. С учетом этих проведенных мероприятий нам доверяют проводить международные соревнования. Ежегодно мы их проводили и будем проводить. Кроме этого, почти 60 соревнований по разным видам спорта мы проводим на территории Чувашской Республики, которая нам доверяет Министерство спорта Российской Федерации и другие федерации. Мы хотим, чтобы Чувашия, чтобы Чебоксары стали центром развития женской борьбы вообще в Европе. Так как сегодня он уже фактически стал центром развития женской борьбы в Российской Федерации. И мы будем делать все для этого. Поддерживать и помогать и развивать этот вид спорта здесь. Но из большого спорта важно и уйти красиво. Так решила сделать 5-кратная чемпионка Европы Наталья Гольц. Из-за травм она не может вернуться в сборную страны. За вклад в развитие женской вольной борьбы ей присвоили титул заслуженного работника физкультуры и спорта. И сегодня мне очень приятно от того, что вы так душевно меня провожаете. Я запомню это на всю жизнь. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Расиль Мухаметов и Сергей Адушкин. Республика.